В чем тут, уважаемый гражданин, уважаемый достойный человек, отец двух семейств, человек, делающий кучу всяких пластических операций, пересаживания волос и прочие красотулечки для себя, чтобы выглядеть элегантно, красиво и радовать глаз граждан Республики Молдова, каким боком к обрушению Банка де Экономии и к воровству, фактически воровству акций этого банка, имеет такой честный и добропорядочный святой гражданин, человек, как святой человек, вот, святой человек Владимир Филат. Значит, мы говорим сейчас только о Банке де Экономии, да, о Ламбанду Дразде, о каких-то фирмах, о Филате. И дальше, чтобы вам не было скучно, я приплету во всю эту интригу и господина Плохотнюка. То есть такой, такой. И вот тут мы посчитаем, в чью пользу счет. Ну да, сколько раз Ламбанду и Дрозду не сделал Плохотнюка, и сколько раз поимел Филата. Вот. Ну, давайте начнем следующим образом. Без ведома господина Филата у вас упало. У меня упал микрофон, я прошу прощения. Уз отклеился. Уз отклеился. Чей туфля? Вот, еще немножко и закипит. И закипит, отлично. Я думаю, главное... Вас не смущает, что вот оно так не... Не так, как гламурно, как в ресторанах. Не так гламурно, как у Владимира Филата. Да? Да. Ну, что вам давайте. Базару? Давайте. Давайте мы ответим на ваш вопрос. Значит... Начнем с того. Какое каким отношение боком Филат... Очутился тут. Не тут. Каким образом Филат оказался в этой плохой компании, которая обокрала Банка де Экономии? Значит, Банка де Экономии – это банк, который всегда представлял интерес для всех людей. Вы говорите, людей, говорите, я буду. Для всех людей, которые, в принципе, когда-либо, ну, для вас бы не представил интерес банк, если бы его вам подарили. То есть, само собой, он кому-то представлял интерес. Само собой, план этот был поставлен заранее. Для того, чтобы этот банк можно было забрать, его надо было удешевить. Просто удешевить. Каким образом можно удешевить? Простейшим образом забрать оттуда деньги, которые лежат бесхозно. Дальше. Стоп. Значит, для того, чтобы за бесценок выкупить банк, нужно его обвалить, грубо говоря, да? Изъять оттуда деньги и создать ситуацию форс-мажора. Но я хочу вам сказать, что, Денис, есть и плохой сценарий, потому что в момент, когда нормативный капитал банка не соответствует требованиям, то у банка могут отозвать лицензию, и тогда нет смысла покупать пустышку. Ну, в конце концов, это просто и произошло. По-другому не могло было не произойти. Нет, СНК банка должен был подождите. Упасть. СНК банка упал, но проблема-то в том, что у него лицензии не отозвали. Отозвали лицензию. Кто вам сказал, что у банка не отозвали лицензию? У банка отозвали лицензию. Так он же функционировал, он не останавливался ни на по один по законодательству день. Молдовы банк мог выдавать кредиты до 8 миллионов лей. Без лицензии. Нет, так подождите. Мне нужно 16 миллионов лей кредит. Если до сих пор я мог взять это все одним лотом, то после того, как были введены эти меры, да, какие-то запретительные меры, банк финансировал до 8 миллионов лей. То я прихожу и беру два кредита по 8 миллионов лей. Абсолютно верно. И в чем тут проблема? Нет. Я говорю о том, что полностью отзыв лицензий и приостановка банка. Так вот это вот и большой риск в той схеме, о которой вы говорите, что БЕМ представляет интерес, поэтому есть люди, которые хотят его за бесценок забрать себе, потому что там огромное количество активов, и в конечном итоге эти люди могут рискнуть, поиграть, потому что тратятся какие-то деньги, банк обесценивается, и все. После этого у него отзывают лицензию, Национальный банк, и дальше им нечего покупать.
Ну, ты чтобы кредитов взял, ты все равно не направил. Ну... Ага, вот, значит, у нас есть мошеннические наклонности, потому что мы тут же сразу, Володя сразу посчитал, он сказал, что в результате обвала банка, тот, кто взял эти невозвратные кредиты, он остался с этими деньгами в качестве бонуса. Да, да дело не в бонусе. Филат, господин Филат, честный. Господин, честный Филат. Да, честный Филат. В честный конце концов-то он все равно банк продал. Давайте будем называть Филата кристально честный Филат. Я не знаю, его можно называть ангельски честным на худой конец, если вы этого хотите. Просто пурпурно честным. Я не знаю еще, какие синонимы приложить в эту ситуацию. Абсолютно честный гражданин Республики Молдова по имени господин Владимир Филат. В конце концов подписал указ и не дал возможность Нацбанку сделать вливание для того, чтобы контроль остался все равно у государства. Угу. Он в конце концов этого не сделал. Значит, Филат превысил свои должностные полномочия, или он... Он воспользовался своими полномочиями в своих корыстных интересах. Абсолютно верно. Значит, чайку будете? Конечно. Мы уже его насыпали. Ну давайте, чаек. Будете вылавливать чинки? Естественно, которые... и будем их сбрасывать. Еще? Еще, конечно. Ну, да, краев не видите. По поводу краев... Это про спирт. Нет, это про Анну Ахматову. Это были, это не анекдоты. Поэтесса Анна Ахматова, уже вот в преклонном возрасте, в Переделкино, они обычно собирались... поэты, начинающие поэты, как-то вечерком все что-то обсуждали. И описывает эту историю Иосиф Бродский. То будучи... есть чай с сахаром? Нет, краев, по поводу краев. Нет, ну я про чай с сахаром. Вы говорили, что только кофе с сахаром. Я просто напомню. Так вот, когда они разливали, люди обсуждали тенденции развития языка, поэтические формы, новые произведения того или иного автора. Естественно, разливали бутылочку водки. И вот когда Ане Ахматовой наливали в рюмочку, то вот рюмочка на столе, наливали. И знаете, есть такой жест, что, мол, все. Так вот, когда ей наливали, Ахматова имела такую привычку, вот когда уже было с краем и с горочкой, она говорила все. Угу. Поводу краев. Другой... Вы предупреждаете меня или меня? Значит так. Денис. Это уже 2-0, кстати. Денис, я хочу вас предупредить, что надо подождать, потому что не только руку обожгли. И губы можно обжечь. Ну и губы. Я знаю. Да. Поэтому здесь, видите, все. У меня проще, у меня будет холоднее, потому что я залью холодненькие сливочки, и у меня получится кофе с молоком, как в ресторане. И вот надо сходить, посмотреть, как они еще больше нальют. А, гулять-то гулять.